Вот на вишневой ветке, которую я под названием, я не написал там черешневая вишня, я написал вишня с генами черешни, все по-честному. Выросла черешня. Почему нельзя считать, что вы прошли самый трудный путь, а впереди, то есть вы получили плоды крупнее моих, подчеркиваю, к ним вернулась так это самое, ну на какую-то местную вишню вы привили, к ним вернулось природное райское качество. Ну то, о чем я толдычу 20 лет, только меня никто не слышит. Удачный подвой, так? Теперь у меня вишня сибирская штамба, она самая высокая в мире из культурных вишен. То есть это бывшая культурная, я сегодня показывал, фотографию мы не сделали, да? Забыли. Но она все равно поспевает. Есть великолепная вишня сибирская штамбовая, которая полусъедобна, супер морозостойка, каждый год плодоносит в течение 30 лет. Мощные деревья, все при ней, конечно, вкуса не хватает, кто бы спорил. А на этом подвое я и взял и привил черешни, и первые 5 продал новому русскому. Деньги нужны были. У него из 5 3 превратились в вишни. Подослушался от него. То есть это еще не конец истории. Что надо делать? Правильно, закреплять. Пока коротко. Подробности, если будем, если, ну, чуть не сказал, если буду жив. Вот эта фотография, которую этот самый Чернобаев делал еще когда на даче был. Вот. Вот такие же веточки вишни с генами черешни. Он посадил, превратил в черешню. Видите, кто бы спорил. Вот тут даже ученые промолчат. Две из них остались. Сейчас у него прекрасные, крупные, вкуснейшие плоды. Видели в фильме. Я у него несколько раз снимал фильмы. Но вишни исчезли вот такие. На следующий год были обычные вишневые листья. Крупные, но вишневые. И вишня вкуснейшая. То есть гены там все еще бродят. Но вишня, а третий подарил мне, и у меня теперь есть прекрасная, роскошная вишня. Вот, то есть черешню, как черешню продал, то есть подарил. Я привез, посадил, через пару лет урожай. Все-таки вишня, но вишня роскошная. Дускобилова ученого нашего известного угощал. Сегодня подходим в Савинич, плоды в 2 раза меньше. Черешня вырождается. Нет, все равно там гены черешни остались. Но 2 40-градусные зимы привели вот к этому. Вот к этому, вот, вот, вот. То есть, призрак бродит по Европе, есть такое летучее выражение, то есть по Сибири. Нам мешают морозы. Прячутся качества более роскошной черешни.